В Ираке боевики Исламского государства казнили журналиста. Фирас Аль-Бахри работал в Мосуле на севере страны. В течение 3 недель репортеры одержали в заложниках и убили после отказа присягнуть на верность группировке. Это далеко не первый подобный случай. Вскоре после захвата Мосула летом прошлого года боевики объявили, что все работающие в регионе журналисты должны давать клятву верности. С тех пор были убиты 7 репортеров, еще 10 сейчас находятся в плену террористов.